Народ, привет! Сейчас мы в магазинчике Карама смотрим платьишки. Вот, Наташа уже смотрит. Ну, вообще, прикольный такой ряд платьишек. Ну, вообще, красиво смотрится. Слушай, это не платьишки. А что это такое? Мне кажется, это вышивать, ну, типа, шить его надо. Что вот за красота вы... такая? Это как кусок ткани. Ну, то есть, тут, наверное, особо принцип. Видишь, тут же оно не... это... нету выреза для губ. Это сам ты вырезаешь, думаешь. Сделай сам. Такая коллекция, вон, сделай сам. Ну, красиво. Вон, 39 стоит, 55, 48. Ну, вообще, слушайте, просто у меня девчонки в таких же узорах в школу приходят на праздники. И действительно, я подумала, что это платьишки. Ну, очень красивые цвета. Ну, действительно, такой разброс разный. Наверное, зависит от качества. Наташа, что ты думаешь? Тут 38, тут 79. Неужели от цвета? Можешь посмотреть, потрогать? Может, ну, материал еще какой-то. Ну, тут вообще просто еще такие блесточки. Видите? Красота. Ну да, слушай, теперь я вижу, что выреза. Выреза-то нету. Это надо вырезать. Ткань, я не знаю, что это. Мне вот такой цвет, кстати, нравится очень сильно. За 35. Очень красиво. Ой, посмотрите, дайте же я вам эти узоры покажу. Вообще и бисер есть. Ну, красиво. Действительно, вот мои местные девчонки, когда вот праздник там разрешено, приходят в таких красивых платьях. Это действительно, вот такое аж 102. Но это подробнее надо посмотреть, потому что смотрите, какая красивая вышивка. На самом деле, надеюсь, камера передает. Наташкин телефончик сегодня на съемке, поэтому, возможно, ну, будут пальцы в камере. Посмотрю. Я не могу понять, как это работает. Ну, давай. Смотри, я сниму. Тут вообще, смотрите, просто made in Indonesia. Просто отрезать сразу нужно. Made in Indonesia. Ну. Да, это кусок ткани. А ну, покажи, покажи. Кусок ткани идет. А, вот как. Вот он идет по ней, ну, наверное, же, вот, смотри. Угу. Вот, вот он идет. Вот, а, сейчас, одну секунду. Вот оно, вперед и идет до низа. Ага, вот как, кусок ткани, то есть, наверное, еще хорошо, что если ты умеешь делать, ты их сам под себя подгонишь. Слушай, это берут тейлоры, тейлоры вот эти. Да, вот тейлор, это. Портные. Тут, кстати, рядом целая улица. Целая улица тейлоров, кстати, в нашем Иляйне. И вот они себе это вырезают и шьют тебе, сшил третьих. Красота какая. Так, ну я, правда, не знаю, как его теперь повесить, но это уже... Ну, повесят же люди как-то, ничего страшного. Я думаю, мы же пришли покупать. Знаешь, сейчас. Очень похоже это. Красота, красота. По смыслу уже переливается не как. Полистер. Ну, действительно. А? Не это не полиэстер, да? А там нету нигде никакой надписи, да, из чего состоит. Сейчас не пока себе. Показываю, посмотри, может, найдешь. Нет, ну нету я не. Нету, да. Вот такие магазины Карама. Кстати, я не знаю, есть ли они в Дубае и в Абу-Даби, а в Иляне целых два. Это магазин очень хороших, качественных таких вещей. Ну, не только для местных. Мы здесь тоже очень много классных вещей находили. Я просто каждый стараюсь показать. Вот, мне что-то очень нравится. Вот этот вот переливчик такой. Оно как... Вот на девчонка хорошо смотрится. Особенно, если хорошая физическая форма. Вообще просто супер, как на модельке. Ой, как переливается-то. Ну, слушайте, цены, ну, разные. Ну, это, конечно, распродажи такие. 136 было, сейчас 68. Ну, распродажи всегда есть. А здесь вообще 258 было, сейчас 129. Ну, это искусственно уже, но все равно. Это вот искусственное, 135, странно. Дороговато, я думаю, для искусственной. Красиво, красиво. Мне такие все-таки цвета зеленые и синие нравятся. Ой, класс. Вот такой у нас выбор платьишек сегодня. Помните, Наташа себе платьишко выбирала? Полуфабрикаты платья. Да, не готовы. Он цвет такой разброс. 142, такая яркая, пестрящая ткань. Вообще кричащие цвета. Ну и такая более спокойная, но тоже довольно-таки яркая за 64. Давайте хоть сама потрогаю. Ну, приятная. Кстати, это даже более приятная, чем вот это. Интересно. Тут, наверное, больше синтетики вот в зеленом. Дальше вы видите, уже пошли такие модельки лифчиков, бра,
всяких топиков. Вот 38 было, сейчас 19. Ну, у нас было, да, видео, как мы Марк энд Спенсер покупали. Ну, такой вот магазин. Сейчас мало людей, мы зашли так удачно. Посмотрим, что еще здесь может быть. Ну, вот тоже вот лифчик был 26, сейчас 13. Цвета, кстати, интересный, серенький, красивый цвет. Наташ, там выбираешь что-то? Не? Так себе лифчики? Или есть что? Ну да, померить сложно. Вот по 11. Ну, в общем, такой караум-магазин. В принципе, интересных вещей можно найти, сегодня качественные вещи. Вот. Красивые такие бупсы, да? Зашли в отдел труселей. Смотрите, какие классные распродажи вообще. Вот женские такие по 5 дирхамчиков. Вот я себе беру, кстати. И вот такие по 4. Наутика, хорошая фирма. Вот, нам про нее рассказали, просто мы сюда и пришли. Вот тоже очень много вещей. Наутики. Вот такие, Наташ, покажи вот эти прикольные труселятки. С котяшками за 5 дирхам. Вообще класс. Вообще прикольные. Так что вот такой у меня сегодня шопинг труселяток. Возьмем, попробуем. Там посмотрим, может, вернемся еще докупим. Вот тут и Next. Какой. Еще нам про одну такую партию трусов, точнее фирмы трусов рассказывали, Woman's Secret. Тоже 4 дирхама стоит, где-то фирмочка. Вот, Woman's Secret тоже нам рекомендовали. Так, сейчас подождите, покажу. Вот такой зайчик симпатичный. 4 дирхама, какой-то Next еще есть. Но Next, подожди, это какая-то знакомая фирма. И Лора Эшли, ты что там увидела? Знаю, покажи. Это совсем уже. Ну что, если говорили, что здесь есть H&M. Неплохо. По 5, да? 4-5 в основном. Ну, вот может таких еще тоже труселяток на подарок взять. Вот что-то падает. О, уже упало, поднимаю. Ну, я не знаю, не, ну. На подарочек. Ну, симпатичный. Я хочу показать, тут нашла котиков симпатичных таких за 13 дирхам. 13. Вот такие голубые, кофейные и серенькие. Ну, прикольно. Ну и рядом Бронель, которая должна быть Шанель. Ну тоже прикольный народ. Кому Бронель симпатичные с качеством? Наташа, смотри, Бронель. А еще бы такие найти. Такой цвет нашли шикарный. 8 дирхамчиков стоят они, вот 8. 8. А ну, покажи еще раз. Вообще просто высокие, да? Ага. Красивые. Достаточно тут красивых моделек. Народ, смотрите, какую маечку нашла классную за 12 дирхамчиков. Прикольно. Здесь сколько вариантов дракошек и динозавриков здесь. Вообще просто. Сколько? 12 дирхам. Ну, нормально, в принципе, стоит. Вообще классно. Мне пойдет? А ну. Не, ну приложишь к себе, к лицу не. Непонятно. Они как облачка. Прикольно. Прикольно. Да. Тогда на место отнесу. Ой-ой, смотрите, это Эмираты, город Эль-Айн. Какие же красивые здесь завлекаловки. Ух ты. Ну, реально по прикольненько. 10 по 10 дирхамчиков такая штучка. Даже если не можно брать, палки. Да. И это по 10. Ну, просто не верится. Don't open, не открывать. Но мы и так видим, что красиво. Чего? Вообще. Вот так вот. Необычно, очень необычно. Слушай, а вот это вот труселя, посмотри, какие цвета красивые. Это значит сколько? 6 здесь? 7 трусиков. Я как-то брала тоже вот такой набор неделечка. 16 дирхам, дороже брала. Красивые какие. За 15 есть. В таких магазинах вот стоит смотреть наборчики. Они довольно-таки качественные. Мне интересно, кстати, а что за какая моделька? А вот, вот такая. Бикини, наверное. Бикини, ну. Красивый цвет. Красивый цвет, действительно. Слышь, я и не заметила, пока мы сюда не подошли. Ну, в общем, чтобы вы понимали, еще гулять не перегулять здесь. Покажи, Наташа вот нашла специальное предложение American Eagle. Не, ну такое может быть, потому что действительно, мы этот магазин-то и пошли, потому что люди рассказывали, что здесь продаются... Продается белье хороших фирм. Прикольно. Жаль не посмотреть, да? Да, жаль не посмотреть как-то, потому что, ну,
Ну вот, разве что вот S-ка, вот L-ка, XL-ка. Вот мне это нравится, вот этот особенно зеленый трусь, этот прикольный фиолетовый. Угу. А вот какой-то. Угу. Действительно прикольно. Смотрите, еще вот это мне понравилось. Такая вот хорошая фигура такая у девчонки спортивная. Women's bralette set. А, это set, это что-то дво. То есть, а, мы думали только это топик, а это и труселя, и топик. Ну, прикольный сет, это тоже American Eagle, ну, вообще класс. Давайте-ка, ну, точно ли это? Ой, упало что-то. Made in Bangladesh, in American Eagle, да, Дубай, AmericanEagle.com. Да, ребят, реально, иди такое сюда. Найти в Караме. Подожди, сейчас надо положить. О, вот такой пояс, кстати, у меня есть тоже. Хорошая тема, рекомендую, поддерживает спину реально. Ну, покажи. Я думаю, это неправда, Томми Хайфельгер. Не, ну это нет. И значок ну немножко вот. Не такой. Кстати, нам тоже говорили, что и Томми Хайфельгер здесь есть. Ну, наверное, нет, честно. Нет. Нет, ну видно. Честно, видно. А знаешь, почему видно? Даже вот по ниткам, по всему видно. Что это какое-то на минималках. Ну, так, возможно, и American Eagle такой же. Ну, может. Ну, а смотрите, какие ночнушечки или комбинашки, как Наташа говорит. Цвет просто, посмотрите, классный. Ну, есть, конечно, темный. Это 32 дирхама. Желтый 16 и дальше по 14. Вообще красиво. 14, да? 13 даже, вообще красиво. Это 48. А это 48. Тут узор еще обалденный. Длинный. Правда, запачка. А это подъюбники любой длины. Тут для женщин как бы вообще. Ну, подожди, ну, шик, в принципе. Ого, какой подъюбничек. Узор красивый. А сколько он стоит? 10 дирхам. 10 дирхам, 2,7 доллара. Ёлки-палки, вообще шикардос. Мне цвета нравятся. Ну, вообще, ну, вообще об этом миленько. Такого мы не знают, наверное. Миленько. Или будут таких денег стоить. Вот, вернулись к маечкам, где я дракошек брала. Посмотрите, просто класс. А что они только вверх ногами все? Странно. С Новым годом, да. Принт не удался. А тут вверх уже пошло, да? Ну, прикольно. Классно. Обезьянки еще всякие. Это баечка, знаешь, даже так приятно. Но тут это сколько твое это стоит? Тоже 12? 12, да. Ну, вот такая вот. Ой, посмотри, класс. С котом этим потрясающим. Гарфилд. Да, Гарфилд. Тоже какие-то штучки. Ну, с дракошками, что я выбрала. Вот хочу, кстати, показать вообще вот за 10. Летняя такая, саммер. Вот еще ткань такая, как... Катончик. Очень на пляж прикольно в такой ходить. Вообще люблю такие маечки. Ну вот, кстати, с таким уже как топик, да? Маечка-топик. Это 15 уже стоит. Красиво. И кармашечек. Вот и готовые платьишко. Смотрите. Я поняла, что к тебе эти не надо. 96 дирхам стоит и 34. Красивые узоры. 89, да? Меня видно? Тебя видно, но тут всегда платьишко в пол, поэтому для портных есть работа. Это популярный такой вид подработок, деятельности. Вот тут девочка уже ушла. Могу показать вот ряд платьишек. Симпатично. Это уже все готовые платьишко, это уже не ткани. Ну вот Наташ красоту нашла. На вышиваночку похоже? Да. Что-то есть, что-то в этом есть. Да. Оно такое не очень, конечно, но... Да, какое-то мятенькое такое. Ага. И почем цена? 35. 35 было 70. Вон, дети уже вовсю бегают, прыгают. Люди уже пришли. Тоже наслаждаются шопингом. Подожди. Вон тут вот красивые узоры такие. Ох, большое, правда. Они все такие. 49. 49 дирхам стоит, да? Ну да, тут подшивать и подшивать. Конечно. Ну классно так, посмотри. Подожди, да, еще очень красиво. Сама любую смотрю и сама любуюсь. И рукава сделаны хорошо. Да, выбор, конечно, платьишек тут приличный. Помнишь, когда мы ходили, тебе искали, что-то не так-то и много было. А тут просто загляденье, загляденье. И много местных, кстати, очень много местных здесь. И вот точная копия платьишка, в котором сильно мои девчонки приходят местные в школу. Вот точная копия, сейчас подскажу цену сначала, 55 дирхам.
она, издалека покажу. Вот точно, реально, вырез даже такой. Такие вот цвета. Наташа говорит, очень нравится ткань приятная. Что за ткань такая? Искусственный шелк. Как у себя район называется, да? Район, а тут написано где-то район? Нет, там в середине. А, в середине написано район, искусственный шелк. Так что если где-то написано район, это значит искусственный шелк. Только что сами нашли, сами перевели. Вот, видите, 100%, сейчас 100% район. Вот так вот. Покажи ногтики твои. Симпатичные, да? Ставьте лайчочек обязательно. А ну, Наташа сказала, что такое платье уже и не подошьешь. Низ-то классно сделан уже, посмотрите. Да, низ уже шикарненько сделан себе. Ага. Сколько? 62 дирхама. Ну, цены сегодня радуют, конечно. Вот реальные распродажи, когда очень красиво, есть выбор. И действительно, ну, можно себе позволить такую красоту купить. Мне нравится. Вообще. А ну, здесь фирма написана. Хайфа. Фирма Хайфа. Хайфа. Угу. Очень классно. Вот даже себе пижамку еще высмотрела. Смотрите, какая классная пижамка. За 35 дирхамчиков стоила 70. Коттон, да? Да. Да, 100%. Подожди, разверни, 100% коттон, Бангладеш. Тоненький, классный. Тоненькая, классная, и штанишки вот такие. И штанишки с кармашками еще. Суперовские. И на завязочке. Вот такая пижамка будет теперь у Наташи. Ну да, слушай, классный магазин. А еще шортицы вообще у Матова, да? Казалось бы, в Эляне, в Эмиратах. 20 дирхамчиков. И такой разрыв просто. А лет 5 назад замечание делали, если девчонки-филиппинки в таких шортиках ходили. Народ, смотрите, вот нашли футболочку Тиранова. Прикольная, да? Цвет классный. 18 дирхам стоит. Это что, она понравилась? Не, уже не нравится. Уже не нравится, ты обратила внимание на цвет. Ну, цена, Наташа говорит, дороговато, 18. Ну, может, Тиранова, наверное. Дальше мы обратили внимание, здесь манго есть, да? Маечка манго. Такие ромашечки симпатичные. Это манго? Ну вот манго, манго написано. Вот сколько стоит, неизвестно. Я думаю, тут все по 18, по-моему, здесь 18. Ну что, по швам у нас манго? Плохо. Плохо по швам, да? Да, плохо. Угу. И H&M. Ну просто у нас многие знакомые рассказывали про караму, что именно здесь есть и H&M, и манго, и вот эти вот терновые всякие, они одеваются и носят. Ну вот. H&M. Ну, в принципе, вам судить, это правда, это подделка. Непонятно. Наташа тут по швам смотрит, говорит, такая топорная работка. Не H&M. Ну, я не знаю, надо, кстати, сравнить. Ну, цена вот 15, кстати, не 18-15, это футболочка. Ну, не знаю, народ. Пишите в комментах, что такое все. Может это быть, не может быть. А мы пошли дальше. А я тоже, кстати, про эту футболку внимание обратила. Все, мы еще у этого стендика стоим. Тисая. Угу, даже это очень такой приятный. Ну да, я потрогаю материальчик. И цвет такой классный, хаки. Ну, сделано, кстати, получше, между прочим. Чем H&M и манго, да? А ну, что, можно померить? Ну, такая вот хорошая рукава, женские. Но мало женских рукавов, кстати, обычно. Хотя это полиэстер и хлопок. 65 и 35. А такая мягенькая вообще. Да, приятная очень. Ну, не знаю, ну. 15. 15 дирхам, да. В принципе, ни о чем. Да? А что-то недороговато. А вот джинсы Зара здесь есть. Смотрите, кстати, о, коллекция. Помним, как нас выгнали из Зары? Где в фестивале Молли. Да, прям не дали снимать. 39. Ну, такие как плотненькие, симпатичные. Что у нас с покроем? Ну, я не знаю, прямо. Ничего, нормально. Вот тут черненькие есть. Кстати, это Made in Bangladesh, а вот эти Made in Pakistan. Тоже Zara. Мне вот эти вот понравились такие. За 29 скини Zara. Вот. 29. Таким мне это понравилось. Штучка вот эта вот. Подтертость, ага. Модненько так. Ну вот и Зарочка здесь есть. Тут прикол, Наташ, нашла. Ну покажи. Может, так пишут. H&M, конечно, да. Снова H&M, сделан из вискозы и 1% азрос, остальное. Чего остальное, непонятно. Непонятно. Кстати, вот я обнаружила, знаем такую фирму, да, Катон или Катоп. Ну, действительно, так похоже. На Катоп? Да, похоже на Катоп, похоже на эту фирму, похоже на эти рубашечки. Народ, ну что, вот мы накупили тут немножечко труселей, Наташа пижамку. Такой вот кулечек, ну,
Большинство покупок вы видели. В общем, мы довольны. Ставьте лайки, комментируйте, какое платьишко бы вы выбрали. Или, может, какие-то труселятки. В общем, будет интересно. А мы пойдем, наверное, домой. Монакиш поедем. Домой.